Здесь так красиво. Почему мы раньше сюда не приезжали? Мы 100 раз это место проезжаем, но никогда не останавливались. Я не видела, кстати, этот парк. Я просто по этой дороге много раз проезжала. Это сложно, да? Ну, я не знала, как сделать. Стекла. Стекла? Да. Лиза, осторожно. Вон дети в футбол играют. Классно. О, водичка выключилась. Сэм, включай ее там. Ну не сильно только, а то мы вечно шишки набиваем. Давай. Ну давай. Погнали. Подай немного для меня. Ну катайтесь. А в тот парк не хотите пойти? Я хочу. Ну пойдем. О, баскетбольные сетки. Здорово здесь. О, Сэм уже залез куда, гляньте. Привет! Могу, только не упади аккуратно. У нас не такая обувь. Может, босиком лучше? Как ты думаешь? Ну, здесь опилки. Ну, по этим штучкам босиком. Ну, не знаю, как тебе будет. Мам. Попробуй, не больно ножку? Нет? Ну, если туда стоять, то очень больно. Мама, давай, 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 Лиза. Челлендж. Давай, Лиза, давай. Здесь шатающиеся, да, штучки? Вообще-то они крутятся. О, эти еще штуки шатаются, так и крутятся, да? Вау. Это да. Это нелегкая задача, да? Да. Это можно любому прийти, да, и с мячом. Я думаю, да, если там нету команды какой-то. Так, давайте пойдем позабиваем голы. Молодец, прошла все, да? А здесь, наверное, ночью и прожектора светятся, да? Может быть, да. Скорее всего, когда команда какая-то играет, да? Просто тут нету этого. Это, наверное, практика. Просто практикуется тут. Тут нету, чтобы люди сидели и смотрели. Там где-то стадион, где-то рядом, наверное. А этот, вон там скейт-парк. Знаешь, дети футболят. Классно, доча. Ну, полазайте здесь, да, поиграйте, а мы посидим пока. Классный парк. So, что сказать, хороший. Правда, еще можно, я сейчас смотрю, пройтись вон туда по тропинке и там в лес войти. О, ну давайте потом, да, погуляем. Пусть дети налазаются, потом мы пойдем. Там что?